Напряженность в северной части Косово пошла на спад после того, как власти самопровозглашенной республики отложили введение запрета на сербские автомобильные номера и удостоверения личности. 31 июля в знак протеста против этого запрета проживающие на севере Косово сербы начали возводить баррикады. Косовский премьер-министр Альбин Курти обвинил в росте напряженности президента Сербии Александра Вучича. Однако в ночь с воскресенья на понедельник официальная Приштина заявила, что запрет на номера и документы откладывается на месяц. Этому решению предшествовали переговоры президента Вучича с руководством военной миссии НАТО в Косове, которая заявила о готовности вмешаться в ситуацию, если, цитата, «стабильность окажется под угрозой». Затем с предложением отложить введение запрета к косовским властям обратился посол США в Приштине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал решение Приштины, добавив, что он ожидает, что сербские баррикады будут разобраны немедленно. Запреты отложены на один месяц, и все ожидают теперь, что Приштина и Белград смогут прийти к некоему соглашению в ближайшие дни и недели, до 1 сентября, чтобы предотвратить новые инциденты, подобные воскресному, когда ситуация была очень напряженной и опасной. Поэтому нам предстоит узнать в течение следующих недель, что случится и как будет происходить введение новых мер 1 сентября. Душан Хаджиниколич, Euronews, Belgrade.